Всем снова привет, с вами Александр Радука. Спасибо за ваши отзывы. Сегодняшняя тема – выделение волос. Лучшая ретушь – это в первую очередь ручная ретушь. Да, это занимает время, но результат превосходит ожидания. Встроенные средства фотошопа и сторонние плагины не всегда позволяют добиться требуемого качества, поэтому предложу вам свой метод обтравки волос. Он подходит для вырезки с однородного фона. Делаем дубликат слоя. Применяем к нему фильтр перевода в черно-белое. Стараемся максимально затемнить модель и осветлить фон. После этого применим фильтр кривые, чтобы увеличить контраст. Сведем слои и доработаем данное изображение кистью, чтобы модель была полностью закрашена черным. Далее выделяем черно-белую картинку, для этого нажимаем Ctrl-A на ПК или Command-A на Mac'е и копируем буфер обмена. После к нижнему слою применим полученную маску. Для этого создадим новую и, выбрав ее через зажатый Alt, нажмем Ctrl или Command-V. Маску нужно инвертировать. Уберем дефект в верхней части. Создадим новый заполняющий слой, перейдем на вкладку Layers, New Fill Layer и Solid Color. Первично выставим белый цвет и данный слой разместим в самом низу. Вы можете изменить настройки в любой момент. В завершении применим корректирующий слой в режиме наложения Multiply. Он проявит мелкие волоски. Если вам нужна идеальная маска, подходящая для любого фона, это более кропотливая работа, требующая рисования волос. В одном из следующих уроков мы это разберем. На сегодня закончим. Ваши лайки и комментарии, как всегда, под видео. До новых встреч!